Была хорошая погода, и Алиса вышла погулять со своей девочкой, с маленькой Алисочкой. Вот она, крошка. Посмотрите, какая прелесть. Давай, садись. Давай я тебе дам гремушечку. И шапочку. Да ты моя умница. Так, давай, ложись. Я тебя укрою. То есть, я тебя закрою. Сейчас по расписанию у маленькой Алисочки дневной сон. И Алиса делает все, чтобы малышке было комфортно. Она дала ей сосочку, одела шапочку и стала качать коляску, чтобы малышка скорее уснула. Алиса, у тебя ведь целая куча игрушек на улице и машина на зарядке. Нужно все это убрать. Да, мама. А что мы будем делать с твоей лялькой? Давай ты вынесешь зонтик. Давай. Так. Какой красивый зонтик. Этим зонтиком Алиса накрыла колясочку, чтобы дождик не попал на лялечку, пока Алиса убирает все свои игрушки. Машина открытая, без крыши, дождь может туда попасть. Поставить аккумулятор – задача нелегкая, но Алиса с этим справляется. Готово! Алиса садится в машину и пытается ее завести. Ей нужно перегнать эту машину на другое место, под крышу. Будем надеяться, что все получится, потому что Алиса на этой машине давно не ездила. Получилось! Алиса паркуется. Так, что-то пошло не так. Алиса, Алиса. Ух, получилось. Ну хорошо. Так, побежали скорее, Алиса, у нас там лялечка. Ничего себе, вот это ветер. Да. А это Алисины игрушки. Алиса, что же с ними делать? Я не знаю. Придется все игрушки убирать в дом. Это нелегкая задача, их так много. Алиса упала. Алиса, скорее, скорее. У тебя совсем мало времени, дождь все сильнее и сильнее. Быстрее, Алиса, быстрее. Ой, Алиса упала, игрушка. Как же много игрушек, как это сложно. Но это еще не все. Быстрее, Алиса, дождь все сильнее. О, нет, еще остались игрушки. Их надо спасти. Последние игрушечки. И тут паук, паук. Малышка стоит одна под дождем и плачет. Алиса, скорее, скорее ее спасай, скорее. Коляска такая тяжелая, у Алисы ничего не получается. Алиса стала звать на помощь папу. Папа! Пап! Папочка! Доча, доча, что случилось, зайка? Папа, еще чуть-чуть, я уже несу ручку. Да, давай, 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 моя зайка. Помогу тебе. Дождик-то ведь все сильнее и сильнее. Открывай дверки, я помогу. Алиса, что это у тебя здесь? Я спасала игрушки. Ну ты спасатель. Ну вот, наконец-то, девочки дома. Сидят за столом и кушают клубничку. Наверное, она очень вкусная. Да. И малышке, похоже, она очень нравится. Ой. И я. А дождь тем временем все сильнее и сильнее. А потом посмотрим дождь. Бэй-бэй, голубой, быстрой ночи, энджи-эй. Ого, вот это дождь. А теперь время ложиться ко сну, потому что ты так и не поспала по-настоящему. Сейчас Алиса переоденет свою малышку. Снизу у нее одет слипик, в котором она любит спать.
так как она теперь не на улице, то ей, конечно, в этой одежде будет жарко. Поэтому Алиса ее и переодевает. Не капризничай, сейчас ляжешь спать. Ты немного подожди, вот я же раздеваюсь, вытяну. Вот и ты тоже. Какой красивый слипик. На нем нарисованы маленькие мишки. Обязательно нужна сосочка, потому что без нее малышка просто не сможет уснуть. Да. А это ее кроватка, мягкая колыбель. Алиса очень заботливая мама и сделала красивую периночку, мягкую, удобную, уютную. Да. Эта кроватка очень удобна тем, что ее можно качать, и малышка заснет намного быстрее. Смотрите, она уже спит. Спи, моя малышка, сегодня был тяжелый день.